Вон, видите, уже стоят. Уже стоят, ждут. Сейчас еще без 10. Но там такой собачий холод, я сижу в машине. Хочу вот показать, что я нашла. Висела на вешалке. Это вообще это платье, но оно такое обалденное, у меня нет слов. Оно сделано под летучую мышь. К сожалению, я не могу вам показать. Может, если я найду фото, я вставлю. Но это от компании Джозеф Рипков. И вы знаете, что смешное было, что когда запустили секонд-хенд, Миша этот бежал. И он охапкой все хватал с вот этих вот тачек. Видите, вот эти вот металлические. Он все хватал, потом он куда-то убежал. И он от меня все это прятал. Это его такие действия. И после него, как он все схватил, я пошла спокойно. И... вот это висело, здесь еще такое висело, я вам покажу, это вообще упасть и не встать, я вообще в шоке. Спокойствие, только спокойствие. Вот здесь нашла такой шарф, это 70% кашмир, он очень большой. Но вы знаете, я сейчас глянула на eBay, их вообще нет, или, а если есть, то вообще за копейки. Нашла вот такие шторы. Или как это называется, занавес, я не знаю. Они сегодня будут стоить одна панель по два. Они вообще выглядят как новые. Классные. Я оставила шторы. Побежала к тачке. Сейчас их у меня возьмут. Ну, я не остановлю людей. Пусть возьмут, меня здесь не было. Так что хочу сказать, что если вы оставляете тачку или ваши вещи где-то, то не ожидайте, что вы потом подойдете назад, и они там будут лежать. Какая-то винтажная мужская рубашка. И какой-то здесь как... выглядит как какой-то драгончик. Почти что Лакост, да? Вот это вот моя тачка. Такие туфли. Гляньте на эту цену. Вот эти туфли, они у меня дома. Это Стюарт Вайзман. И я их покупала за 5. Это платье Calvin Klein. И, ну, знаете, такое, что оно сильно тянется. Называется Джерси. Я считаю, что классное. Вообще состояние идеальное. Это вот code 13, and Taylor Loft, тоже ничего, симпатичные там вещи. Кейт Спейд. Фу, новый. Никакой он не новый. Он использованный. Но я его не буду покупать, конечно. Я его даже не буду покупать, чтобы его продавать. Я этим не занимаюсь. Использованный стакан. Но я хочу показать, что вот здесь, вот видите, можно найти Кейт Спейд. А вот эта женщина, видать, занимается только детской одеждой. У нее полная тачка детской одежды. Но совсем-совсем маленьких. Видите?
Если машина сбоку стоит, как вот это поднимается? Машина, конечно, обалдеть. Это Тесла. Это модель S75D. I don't think that thing is touchscreen. Everything I think on that phone. Это значит, здесь нужно управлять. Но мне не очень, что вот такая это большая. Ну, конечно, не знаю, если видно или нет. Думаю, не видно. Здесь, конечно, крыша обалденная. Высокое качество. Это спортивная модель. Ой, дайте мне выйти. Looks like это машина не для тебя. No. Ну, никакие колеса вообще, офигеть. Машина класс, конечно. Но мне так что-то больше. Я уже это больше люблю. Называется внедорожник, да. Это два мужчины сделали этот магазин. Одного зовут Шеф, одного зовут Айон или Иэн. Я туда не захожу, потому что когда я захожу, то эти продавцы ко мне бегут, как, знаете, как моя тень. Видите, что модно? Сейчас очень модно. Это флисовые жилеты. Это такая в клетку. Это мужская в клетку рубашка. И такие хаки называются штаны. И вот здесь вот все такие тона тоже. И здесь вот пояс, видите, с флагом США. Очень люблю эту компанию. К сожалению, мой сын не любит. Не знаю почему. Что он 5000 стоит? Это iMac Pro. И вот эта вот мышка, да. О, цвет классный. Мне уже так этот белый достал. Так что вот это вот он. No, это. А что вот это вот за? That's Mac Pro. А где цена у этого? Нету. Всего лишь 5000. Я цвет этот очень люблю. Такой цвет классный. Но у меня такой-то светлый, белый. Пошли в этот Cheesecake Factory. И хочу вам цены показать здесь.
К этим ценам мы добавляем 7% налога. Но это только сэндвичи. Так, а если что-то такое, как мясное, вот steaks and chops, это мясное, здесь музыка тоже. Видите, цены по 20, 20.50, 20.95, 28.50, 29.95 филе миньон. Напитки здесь стоят по обычной стакан кока-колы. Здесь стоит $3. Сейчас я пытаюсь найти. А, на 25 копеек повысили. Вот здесь обычный. Thank you. Вот такой вот сэндвич. Поделён на 2 куска и салат. А муж заказал какой-то чизбургер, да? А это что, какой-то лук, да, запечённый лежит? Запечённый лук, и сын заказал это кесадиллас. Следующее я хочу показать, это вот эта штука. Что это такое? Это закладка для книг. Закладка для книг. И здесь вот. Она это почти ничего не весит. У меня ее купили. Вот это вот я купила тоже, когда была 50% скидка. Это такая, как кофта-пальто. Она помята, нужно погладить. Точнее, не погладить, а у меня есть этот Steam. Здесь сделано как жилетка сзади. Хотя это все одно целое. Здесь вот написано Saint John. Я не знаю, если видно или нет. И сейчас так вот. Это желтое, называется Yellow Label Saint John. Need in USA, значит, сделано в США. Синьцзян не делает ни в каком Китае ничего. И видите, вот что значит, когда вещь сделана каким-то дизайнером, что она очень интересно так сделана, это идет одно целое. Вот это вот так вот сделается воротник, оно никак не застегивается. В общем, такой, такая кофта, такой лапсердак, что ли, я не знаю, как это назвать. В общем, это size medium, и я когда-то была size medium, и если бы у меня было мое тело, я однозначно оставила бы это себе, потому что я очень люблю такие тона. Очень классная такая вещь, где-то новая, стоит где-то 1200, может чуть больше, от этой компании. Хотела показать, что это тоже в этом секонд-хенде на вес. Я купила один чехол. Здесь один на одном лежит. Kate Spade. Сейчас, может, так возьму. Вот еще хочу показать, что на вес, когда я была, купила вот такой вот чехол Kate Spade. Как видите, он блестит. И довольно, я бы сказала, неплохо выглядит. Я не знаю, для какого это телефона. Но это не для 7 плюс, это точно. Хотела показать, что это тоже в этом секонд-хенде на вес. Я купила один чехол. Здесь один на одном лежит. Kate Spade. Сейчас, может, так возьму. Вот нашла еще в этом секонд-хенде на вес вот такой вот чехол от компании Kate Spade. Я думаю, что он налезет на мой телефон 7+. И я считаю, что классно. Почти что ничего не весит, а в магазине такие где-то по 40. Так что можно вот так тоже сэкономить. Вот еще хочу показать, что на вес, когда я была, купила вот такой вот чехол Kate Spade. Как видите, он блестит и довольно, я бы сказала, неплохо выглядит. Я не знаю, для какого это телефона, но это не для 7 плюс, это точно.